Чистота – залог порядка. Два друга встречаются. Один говорит: Коль, слушай, хочу тебя спросить что-то. Скажи мне, вот просто интересно, если не хочешь, можешь не отвечать. Вот ты после секса, ты вообще душ принимаешь? Он говорит: я обязательно, ты что, я после секса обязательно душ мою, знаешь как? Обязательно, обязательно, всегда после секса обязательно моюсь, принимаю душ. Говорит: Коль, слышь, тебе надо срочно кого-то трахнуть.